Всем привет, дорогие друзья, с вами Фай, у нас 7 марта и выходит снова обновление Dot, весело на 60 мегабайт, сейчас его с вами разберем, по-прежнему можете не забывать подписываться на канал, ставить лайки, ну и еще на Telegram можете подписаться, хотя можете туда не подписываться, дело ваше, но новостей там интересных бывает много. Что касается обновления, ну, во-первых, это много локализации, во-вторых, это у нас затронули сеттик на Никса новый и сеттик на Дарквиллу новое. Причем у Никса действительно есть какое-то небольшое изменение. И также еще у нас добавили новую настройку. Начнем, наверное, с настройки. Находится она в лаборатории и называется Overlay Map. Даже особо без локализации теперь можно настроить прозрачность карты, которая у нас появляется. Вот так вот это будет выглядеть с 50% прозрачностью. К слову, еще в одном из прошлых обновлений у нас с фиксами добавился логотип Dota Labs под эту мини-карту. Если мы сделаем 100, то ее прям очень хорошо видно, и действительно она теперь как будто бы более уместна, есть смысл лежать в игре с такой видимостью. Ну а нуле, к слову, ее вообще почти что и не видно. Касательно сеттиков, на Дарквиллу опять же визуальных изменений нету, вроде бы вообще ничего у него нового не появилось. А вот у Никса как раз таки то, о чем я говорил в обзоре самого обновления, пофиксили баг с тем, что у него тут вместо эффекта был фиолетово-черный квадрат, и теперь же, ну, эффект стандартный, при том, как будто бы и прошлый вариант был неплохой, но окей, по цветам так, конечно же, лучше, и это был баг. Ну а на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!